Народ, всем привет! Мы с вами, как и обещал, в Miramar Outlets, и следующий магазин будет Calvin Klein. Это я вам говорю, что мы с вами Miramar, город аутлетов. Скидки обещают до 70%. Ну что, пойдемте проверим, насколько это правда, неправда. Да простят меня женщины, потому что я буду показывать, наверное, одежду, конечно, и женскую тоже, но мужскую в первую очередь. Кстати, смотрите, ребята, я понимаю, что для Флориды совсем не актуально, а вот для других стран куртки. Уже, конечно, сезон начинается курток для многих, и $190, но она будет с распродажей, будет 50% сейл, такая куртка будет стоить $80. Так, а вот такая вот куртка, смотрите, Calvin Klein, $129, допустим, стоит, да? И это стоит тоже, но это все $129, размеры просто разные, и 50% скидка, соответственно, убавляйте половину, прибавляйте 7%, вот и будет цена. Смотрите, вот такая куртка, вот такая вот курточка, очень-очень, а вот она висит вот так, давайте я вам покажу ее с капюшоном. Слушайте, женская куртка. Сейчас буду показывать, то женское, то мужское. Вот этот воротник очень удобный, он от него не жарко. Очень, очень-очень клевая куртка женская. $129.50, то есть все, в принципе, куртки, вот эти вот черные и бордовые, они по 180, а вот эти $129.50. Ну что ж, давайте скажу так, $80 за вот такую куртку бренда Calvin Klein, я, честно говоря, жене бы купил, вот давайте так скажу. Маечки всевозможные, смотрите, сколько маечек Calvin Klein. Это шорты, это тоже шорты. А, это все шорты, ребят, здесь сейл, короче, по $13, вот это все шорты. Вот они вот так выглядят, видите, на манекенах здесь показано. Так, двигаемся в сторону мужскую. Давайте посмотрим, что есть для мужчин. Значит, шорты, шорты, тоже шорты. Ну, поймите правильно, что у нас еще шорты, у нас всегда шорты, круглый год шорты. Поэтому, в общем, все эти шорты по $17, Calvin Klein. Многие напишут, что можно купить костка дешевле. Да, можно купить костка дешевле. Это $36 нет, стоит. Нет, сейчас 12. Значит, вот это вот $13. Вообще эти майки стоят по $35, но сейчас сейл по $13 за майку. Calvin Klein. Ребята, рюкзачок, слушайте, какой Calvin Klein. Обалденный. Мне очень понравился. И стоимость у него 159, но сейчас скидки 50%, поэтому все 50%. Вот эти костюмы и кофты. $45 минус 50%. То есть готовый костюм можно взять, соответственно, всего за $45. Джинсовые шорты и прочее. Так, толстовки. Ну, реально, в Костко можно взять действительно дешевле это. Причем разительно. $69. Ну, она там так и будет стоить сразу с 50% скидкой. Кофт очень много. И штанов очень много. Ну, не забывайте, что вы в фирменном аутлете, поэтому делайте скидку на это. $69 пополам, 50% сейл. Так, ну что, ну реально недорого, откровенно скажу. Такие вот интересные, здесь мужские майки, естественно, мы с вами смотрим сейчас. Хотя, вряд ли вот это мужская, тут и мужские, и женские, это унисекс, да. Две за $30. А по одной они будут стоить $20, а две за $30, то есть по $15 за вот такую майку. Ребят, цена зачет, вопросов у меня нет. Так, мужские куртки, смотрите, какие мужские куртки вот такие. Давайте посмотрим, ну вот черная есть. Вот такая вот мужская куртка, Calvin Klein. Давайте посмотрим стоимость. Естественно, 50% скидка, мы не забываем. Так, та-та-та-та-та. Да вот здесь вот ценник прям сразу висит. $125. За $60 можно взять вот такую куртку.
Но поверьте, как бы в розничных магазинах можно найти дешевле, типа Костка, например, того же самого. Поэтому, да, можно. И точно можно найти дешевле в каком-нибудь Marshalls. Но это, я думаю, что коллекция, вот, которая сейчас только-только ушла-пришла, скажем так, когда она только начинает заканчиваться, вот они ее с фабрики сюда привозят. Поэтому, знаете, рубашки такие, приятные очень рубашки, мужские, Calvin Klein. Как видите, все это 50% скидка, и вот на джинсы Stretch 40% скидка. Сейчас посмотрим, сколько джинсы Calvin Klein стоят. Так, рубашки. Рубашки тоже по $70, соответственно, минус 50%. Ну, не знаю, готов ли я отдать $30 за рубашку, хотя, в принципе, она неплохая. Так, джинсы. Джинсы, ребята, моя слабость, честно признаюсь, $70 и минус 50%, соответственно, $35 за джинсы Calvin Klein. Да, отдам, не задумываясь нисколько, качество исключительное, $70. У меня прям, вы знаете, у меня прямо аж глаз горит. Здесь Бангладеш делает, кстати. И качество изумительное. Они прям, знаете, вот трогаешь, а прям приятно трогать их. 32-32, Бангладеш производит. Но давайте посмотрим. Вот такая вот, такой лейбл, прошивка, без кнопочек. Без кнопочек удачно, вы знаете, когда у вас белые сиденья в автомобиле, кожаные, да, не важно какие, белые, черные, бывает, что раз задеваешь задницу, и потом, в общем, на коже остаются следы. Поэтому я люблю, когда на задних карманах нету клепок. Раньше их клепали, чтобы укрепить карманы, а так как сегодня в них ничего не складывают, они чисто для дизайна используются, то нет смысла в них. Джинсы зачет, ребята, просто джинсы улет. $35 я... О, простите, я вам вру, 40% же скидка. Да все равно дешево. То есть все равно дешево. Даже то, что это будет, скажем так, в районе $40, ничего страшного абсолютно нет в этом. Так, смотрим, рубашечки вот такие, маечки. Вот такие, смотрите, куртки. Дождевики, да, так называемые, для бега, с отражающими полосками. Сколько такая курточка стоит? 98 долларов и 50% скидка. То есть, ну, грубо говоря, $50 можно взять. Толстовки Calvin Klein. Вот такие вот. С замком полным. Сколько стоит? Смотрим с вами. $90 стоит, но, соответственно, 50% скидка. Вот это все, мы дальше идем с вами. Шорты, шлепки. Смотрите, поло 60% скидки. И Calvin Klein, ничего себе, $65. То есть, представляете себе, да? То есть, она стоит 20, там, 28, да, получается, примерно долларов за поло Calvin Klein. Ну, оно такое качество, честно говоря, совсем тонкое. Неплохо смотрится, но, не знаю, я бы не взял. Так, или вот такие вот, поинтереснее уже. Цена $65 тоже. 60% сейл. Ребят, отличные цены. Так, давайте посмотрим куртки Calvin Klein. Вот такие куртки. Ну, слушайте, это уже серьезно. Это уже куртки такие, прям специальные. О, они еще есть и в бежевом варианте. Тоже 50% сейл. Вот такая вот куртка. Она внутри, видите? То есть это уже очень теплые куртки. Слушайте, сейчас я покажу вам еще вот такой вариант. Вот такой вариант я покупал в Москве, носил. Очень хорошие куртки. Сколько же она стоит? Давайте посмотрим. То есть это уже зимние. Ну, реально, непонятно, не на великие морозы. Но куртка, и она легкая на самом деле. Что не может не радовать. $225 стоит. $100. Соответственно, 110 где-то долларов она у вас. Ну, 115, да, там обойдется. Так, вот такие куртки. Шикарные тоже куртки. $98 стоит. Ну, соответственно, 50% скидка. Мне нравится, вот когда вот так. То есть рукава защищены от ветра. Видите, какой и какая надпись здесь идет Calvin Klein по всему рукаву. Такая вот очень интересная. Так, такие вот бежевые варианты. Внутри вот такой вот воротник, видите, который уплотняющий, чтобы не задувало и
чтобы не натирало вот этой вот с капюшоном. Вот такой, видите, он камуфлированный вариант. Есть просто вот темно-синий, а есть вот такой вот с камуфляжем. Мне кажется, очень стильно. Но Made in China, видите? Здесь уже не Бангладеш ни разу. Так, Поло. Тун-тун, сколько она стоит? $69. Ну, $70. И 70% скидка. Слушайте, ну, серьезно, это очень хорошая цена. Просто очень хорошая цена. И 70% скидки шикарно. А вот это все по $17. Видите, распродажа. Рубашки, ну, типа, лето закончилось. Шорты. И штаны. В общем, халявные ценники. $70. Ну, так. Такой, знаете, это гольф стайл. По местным меркам очень актуально. Здесь вот такие штаны. Так, это у нас Calvin Klein черный. Ну, в общем, здесь все. А, вот такая еще рубашка. Кстати, вы знаете, очень-очень прикольно. Ну, когда фигура позволяет, потому что она будет у вас вся во влипочку. Кто? Шри-Ланка делает. $70. Скидка на штаны, а на вот эти все поло, короче говоря, 70%. Так, здесь бэкпаки. 60% скидка на рюкзаки. Слушайте, ребята, 60% скидка. Тоже такой вот рюкзак Calvin Klein. Ну, очень прикольно куда-то там, ну, когда актив какой-то у тебя. То есть там и ноутбук поместить, и все. $169 он стоит, 60% скидка. Ребят, надо брать, я считаю, да? По-моему, очень даже. Так, костюмчики пошли белые, ничего себе. Вот, говорит, а в деду белый смокинг. Возьму в руки бокал шампанского, выйду на край бассейна и упаду в воду. Ну, это, конечно, не смокинги, но белые костюмы от Calvin Klein. Это нечто. И сколько же он стоит, мне прямо интересно. Странно, что он вообще не в пакете. Потому что, мне кажется, он быстро очень слимфит еще, к тому же. Брюки. Слушайте, не вижу цены. А, вот так вот. $175 штаны. И я думаю, что примерно столько же, наверное, стоит. $450. Да ладно. Так, а, вот, смотрите. Вот, короче говоря. Видите, костюм. $200 и 200, и этот получается $290. То есть вот, короче, скидка за $300 все вместе. То есть по ценнику 625, а по покупке $300 стоит костюм от Calvin Klein. Вот во всевозможных вариациях. Он, и вот этот тоже стоит так же, видите? Белые, темно-синие, черные. А вот такие еще есть, такие... другого немножко покроя, другой материал. В общем, выбор есть. Галстуки по $25. Calvin Klein. Так, здесь что у нас еще? О, шикарно. Вот это я понимаю. Вот это мне нравится уже. Ну, цена такая же, чтобы вы понимали. Так, рюкзаки пошли. Недавно я брал сыну рюкзак. Надо было сюда ехать, потому что Calvin Klein это все-таки какой-то хотя бы понятный прям совсем бренд, но вот это, конечно, неудобно для школы. Но цена, учитывая то, что видите, 60% off, она $100. То есть, получается, за $40 я могу купить вот такой рюкзак. Тут вот всевозможные сумочки. Это вот кошельки на пояс. Такие рюкзаки от Calvin Klein. Ну, кстати, мужские, но для школы они неудобные. Они совсем без спины и не держат форму вообще. Вот это уже больше для школы подойдет, он со спиной. Ну, наверное, стоить будет по-другому. Давайте посмотрим, сколько он стоит. $140, да, нет, в принципе? Их не сильно прям так различается. Вот шикарнейший рюкзак тоже, смотрите. Ну, так, это для взрослых мальчиков. Для школы, да? То есть, когда уже у вас подростки, когда они не хотят уже с машинками и этими фабрикой игрушек ходить. Вот такой рюкзак. $160. Ну и, соответственно, 60% off.
Я бы взял такой. Так, шляпки, кепки. Вот такие кейсы деловые. Давайте, ну ладно. Наконец-то дошли до женских товаров. И товаров для женщин, сумок. Ох, сейчас покажу вам. Ух, девчонки, держитесь. 40% сейл. Вот такие вот рюкзаки, модненькие. Они, знаете, мне кажется, очень даже по-модному выглядят. Очень толстые такие лямки, приятные. И $158 он стоит, соответственно, минус 40% скидка, да? Мне кажется, более чем за такой рюкзачок от Calvin Klein. Они есть в черном исполнении, в белом исполнении. Надпись здесь серая, классическая, здесь красная надпись. Вот такие вот сумочки. Вот такие сумочки. Сколько такая сумочка стоит? И она 60% скидка будет на нее. $138. Как вы видите, вот такие еще есть сумки. $168, видите, стоит. Она, смотрите, как сделана. Она, видите, как пробита в коже Calvin Klein. Ну, так уже. Такая, на работу ходить. Понятно, что это не вау, какой великий бренд, но приятный бренд и красивый эти. Так, все, что вы вот здесь видите, это все 60% офф. Вот там вот женские маленькие рюкзачки, большие. Так, $68 стоит и, соответственно, минус 60%. Так, вот такие вот тоже. Это все, ребят, по $68 минус 60%. Цветовая гамма. Ну, так, в целом. Я думаю, кто-то что-то себе найдет. Вот такие вот вещи. Приятный, кстати, такой мягкий, знаете, мягкая кожа. Ну, или я думаю, что это кожзам, скорее всего. $58. И все это можно купить. Это за 20, а это за $30. Здесь вообще конкретная цена. $30. Вот такие вот клатчи женские. Очень, мне кажется, неплохие. Так, вот такие вот сумки. Сумки. Показываю. Маленькие рюкзачки такие модные. Такой, знаете, это Louis Vuitton Style. Только от Calvin Klein. Везде надписи, что это Calvin Klein. Такой рюкзачок. Такой рюкзачок. Сейчас это, кажется, не показал. $168. 138 сумка, видите? И 60% минус от цены. Мне кажется, более чем. Так, значит, платье Calvin Klein. Вот такие вот. $139. И, все, распродажа. Все это по $13 сейчас. Вот то, что я вам сейчас показываю, это все $13. Вот такой костюмчик, видите? Вот что значит, в Америке нет культа из одежды, да? То есть они не делают. Поэтому им бесполезно предлагать здесь, ну, им, нам даже, бесполезно предлагать какие-то дорогие вещи. Зачем? Я куплю себе вот за $13 там все, что нужно, да, или женщина точно купит и будет ходить, но пускай, конечно, это только для Флориды, например, хотя, я думаю, кто-то для себя себе что-то найдет. И вот такие вот всевозможные платья, как видите, вот цены. $40. Вот там то, что вы везде видите, видите, какие платья. Вот $40. Дороже нет ничего здесь. Это максимально дорогая цена. Ну, я понимаю, что сейчас многие скажут, да что это за платье там и прочее. Я не знаю, сразу говорю, кому-то подходит, кому не подходит. У всех свои фигуры, у всех свои вкусы. И, соответственно, все по-своему реагируют, да, товарищи женщины? Так, вот такие толстовки. Тоже $35, $30 толстовки. Дороже, чем платье стоят. Ну, потому что популярность у них большая. Штаны женские. Они вообще по $89. Просто черная классика. Ну, 50% скидка. Смотрите, куртки, косухи. Такие old style. Ну, не забывайте, что Calvin Klein вообще изначально джинсовая марка, да? Один из первых он вел джинсы после Levi's. Именно первым он вывел на подиум джинсы. Вообще сделал их модными, Calvin Klein. Куртка такая стоит $129 и 50% off. Джинсы женские. Вот эта распродажа, все по $35. Это, я так понимаю, не джинсы, а это
типа леггинсы, да, такие, я не знаю, как это точно называется, подправьте меня. Но, в общем, все это, ребята, $69 они стоили, все это по $35 сейчас. И выбор большой. Шортики. Вот такие женские 40%. Вот такие типа а-ля длинные, ну, а-ля ночнушки ходить просто по дому. Стоит она $59. Сейчас 40% скидка. А, смотрите, вот такие куртки белые, красивые, женские. Белые и бордовые варианты. Других я... Вот черные еще есть, сейчас покажу там. Ну, вот это $190 стоит и 50% скидка. То есть, соответственно, $85 вам обойдется. Вот такая элегантная. Она, видите, она немножко slim fit такая. Куртка от Calvin Klein. Вот такие, смотрите, какие. Как это? Ох, какие прям такие плотненькие мишкины куртки. Очень модняво смотрится. С угами, знаете, выходить там погулять вокруг дома. $200 стоит. Ну и, соответственно, 50% сейл. И черные вот такие вот куртки, тоже приталенные, которые я вам показывал. Так, что еще? Новомодные какие-то вот такие рюкзаки. 80% скидка. Пляжный вариант от Calvin Klein. И стоимость у них, ничего себе чего, $128. Ну, в итоге они обходятся, конечно, в копейки, вы понимаете, да? Минус 80% оттуда уберите. Считайте... И получаете сумму, по которой вы купите, да. То есть изначально стоили $128. Покажу я вот здесь, это, я так понимаю, купальники. 80% скидка. И здесь, ну, такие спортивные или купальники. То есть вот такие вот $48. И сейчас что-нибудь еще. И вот такие вот $58. Вверх, низ. 80% сейл. Отсюда вот убираете, вот получаете белье. От Calvin Klein, ну, купальники, точно сказать. Вот такие вот закрытые купальники тоже. Я сегодня, видите, даже добрался до белья женского, простите меня. А кто-то там сегодня пошутил, что снимать втихаря. Нет, в открытую. $98 купальник белый стоит. Ну, есть еще вариантики различные. Вот такие вырви глаз цвета. Более-менее приличные цвета. Это вот спортивные всякие топики, которые для занятий спортом, для активного образа жизни. Да, можно использовать. И они стоят $39 и 40% скидка на них. Для спорта шикарно, мне кажется. Так, ну вот мы, я вам, по-моему, все практически показал. Шорты женские еще. Вот такие вот по $36 и, соответственно, скидка 40%. Леггинсы всевозможные. Все это 40% скидка. Ребята, сегодня с вами посмотрели, можно сказать, все. Включая женское белье, ну, по крайней мере, такое спортивного стиля, и купальники даже показал, поэтому вау, я это сделал для вас специально, спасибо вам большое, просто вы же имеете право об этом знать, а я вам могу это показать. Всем пока, Calvin Klein рулит, утвердили точно.